Сразу о главном: есть первый миллион. Губернатор Александр Михайлов проинформировал первого заместителя председателя правительства России Виктора Зубкова и министра сельского хозяйства Елену Скрынник о том, что в Курской области собран первый миллион тонн зерна. На 27 июля уже обмолочено 38% площадей. Средняя урожайность составила 31,5 центнер с гектара. В телеграмме отмечено: земледельцы области, преодолевая последствия прошлогодней засухи, имеют возможность в нынешнем году увеличить валовое производство продовольственного и фуражного зерна.